Сироп готов, я его проверила, вот смотрите, я капаю, и это можно сложить уже. И вот будем вводить, осторожно будем вводить белки потихоньку. Таким образом, тонкой струйкой. Таким образом, по краю, не в середину, а по краю. Видите, по краю чашки. Вот таким образом. Желатин застыл, поставьте на секунд 10 микроволновку. Он не должен быть горячим. Вводите его тоже тонкой струей по стенке. Таким образом. Дадим вашей массе остыть до комнатной температуры или на две половины. Каждая примерно по 280 грамм. Я привыкла на глаз все делать. И вот сюда в одну из половин подмешиваем шоколадный крем. Во вторую подмешаем крем с кофе. Теперь на первый пласт. Мы разрезали на две неравные половины. Я не люблю очень много теста в тортах. Я делю нижнюю часть основания толще, а верхнюю прям, ну просто неравномерно, визуально, просто на глаз отрезок теста, чтобы он проходил неравномерно. Где-то он был, а где-то его не было. Сейчас на вот это тесто выкладываем шоколадный крем сверху. Второй пласт аккуратно покрываете. Вот вы положили вторую часть разрезанного бисквита и покрываете слоем, состоящим из кофе. 70 миллиграммов масла растопить в водяной банке. Масло добавить шоколад, растопить его. У меня шоколад с орехами. Остыть до комнатной температуры, а потом им залить торт. Вливаете ваш торт, распределяете шоколад ровно, чтобы он как можно больше равномернее распределился. Но у меня шоколад с орехами, он не совсем ровно ложится, но вы можете выбирать шоколад без орехов. Вот таким образом. Торт можно поставить в холодильник, чтобы он настоялся, а потом снимем с него боковые части, то, что вот из бумаги, и посмотрим в разрезе. Обыкновенное мороженое. Ну, немного ложим под водяную баню, растопим его. Мороженое ложим, где-то 25 грамм сливочного масла. Положила манку в состав 2 чайные ложки и жду, пока она загустеет. Потом остужу до комнатной температуры. Достаем наш торт. Вынимаем его из этого формы и посмотрим, какой у нас получился торт. Покрываем сверху нашим составом, состоящим из мороженого, манки и сливочного масла. Отправим еще немного в холодильник, и это застынет. Это очень вкусно. Что у нас получилось? Этот крем сверху застынет, я вас уверяю. Вот этот торт я сейчас отправлю в холодильник. Это будет просто вкусно. Это будет не вкусно, а будет супер вкусно.